Вот такие тут шикарные машины. Огромнейшие. Но этого я не подскажу тебе. Вот такая выставка. Огромная машина. Пойдем сходим. Пойдем. Какой? Не знаю, смотри, какие маленькие милицы. Совсем еще старенькие. Ой. Видишь, совсем еще старенькие. Мам тебя смотрит. Ого себе, милиция тут едет. Вот он, Сенька. Поехал. Ну все, пойдем потихоньку. Все хотят посмотреть. Пойдем. Все закроем. Да. Хлопнет, конечно. Не надо сильно хлоп. Ой. Ой, ну выходи давай. Выходи. Вот Сеня на такой машине ехал. Да. На такой машине классно ехал. Закрыл, да? Вот такая еще милиция. Это закрыта дверь. Вот такая полиция. Сеня у нас очень любит машины. Он еще гладит ходит. Не надо открывать ничего, не надо. Нет, я не буду пробовать. Ну попал. Ну попал. Нет. Попал. Что? Нет, я не буду открывать. Тут дяди следят строго за этим. Угу. Вон красавицы какие стоят. Больше нет. Пойдем в другие сейчас еще. Ты меня так и не сфотографировал. Как называется? Мам не знает, как это называется. Автомат какой-то. Нет, это не автомат. Это автомат. Стреляйте. Камеры всякие. Наши. Вот такая вот международная выставка. Смотри под ноги. Засмотрелся. Это гусеничный топливный маслозаправщик. Топливный. Да. Ой, положи назад яблочко. Все. Видел, как лает собака? Арсению нравится всякая техника. Я думаю.
Ой, Катя. Давай дальше. Давай дальше. Зашли покушать. Потом расскажу, куда. Вот такое вот меню. Старинное. Под старину кожаная обложка тут. Кожаная обложка. Сеня выбирает. Папа наш выбирает что-то. Иди. Мама еще ничего не выбирает. Все меню разобрали. Мама. Так, нам принесли вот такую вот пиццу. Маргаритку Арсений кушает. Мы с Арсением едим пиццу. А папа у нас заказал кашу. Кушает кашу. Перекус у нас такой получается. И томатный сок. Забрали еще с собой. Рассчитались. 1250 за все отдали. Есть где-то настоящие сигареты. Муж собрался покупать. Дай зайди, девушка. А, зайти? Да. Но она там вот заходит вообще. Две пачки Ахтамара. Какого? Обычные. Обычные? Да, да. Так, и... В ресторанчике мы были. Папа, купил вредные. 10 рублей, посмотрю. Вредные сигареты, папа? Я их выкину. Сейчас посмотрим. Пап, мам, не дает. Посмотрим. Есть, есть. У меня всегда все есть. Спасибо. Пойдем, сына. Почему папа вредные сигареты берет? Ну, кто ж его знает, почему он берет вредные сигареты. Должен уйти, вообще-то первый был. Ночная жизнь в Москве. Наконец-то мы до нее доехали. У нас Останкинская башня, да? Вот здесь вот в таком вот ресторане мы были. Мой ребенок там позирует, мой котенок. Такой рара. Рекомендирует ребенок это кафе. А почему ты рекомендируешь этот ресторан? Очень вкусно. Очень вкусная пицца, да. Тебе понравилась? Да. Пицца маргарита, заказывайте. Пицца маргарита, томатный сок. Очень вкусно. Да. Говорите, масло надо. Красота. Нам встреч карту?